Здравствуйте, уважаемые дамы, господа. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте все, кто говорит. Кто говорит публично, кто выступает, кто проводит презентации, выступает с речами и так далее, и так далее. 9 апреля в 7 часов вечера я, как президент клуба спикеров Всероссийского жилищного конгресса, приглашаю вас в гости на первое очное собрание, заседание нашего клуба спикеров конгресса. Что будет? В первую очередь, конечно, самое важное, мы с вами все друг с другом познакомимся. Это очень важно. Во-вторых, мы познакомимся с опытом друг друга, ну потому что часть из вас готовилась к конгрессу и уже выступила на конгрессе, выступит на конгрессе к этому времени и к этому часу, и у вас будет бесценный опыт того, как вы готовились, как вы выступали, как публика реагировала, и все это мы сможем проанализировать и обработать. А вторая часть наших уважаемых спикеров только будет готовиться к выступлениям в последующие дни, и у вас есть прекрасная возможность, услышав, познакомившись с опытом и анализом опыта ваших коллег-спикеров, сделать ваше выступление более эффектным и более эффективным. Ну и кроме того, конечно, мы обсудим то, как клуб спикеров Конгресса может быть полезным спикером Конгресса. Всем нам вместе взятым и каждому из нас в отдельности. Итак, 9 апреля, 7 часов вечера, Сочи, Всероссийский жилищный конгресс и первое заседание, собрание нашего клуба спикеров Конгресса. Всего доброго, коллеги, до встречи!